Значит, сейчас самое сложное задание, которое тут вообще в игре есть, это на вот этот вот крестик синий, вот этот, который справа. Вот, выиграть 3 раза подряд. Вот эти игроки, они считаются экспертами арены. То есть, да, я говорил то, что тут на каждом уровне есть персонажи, которые как бы лучше всех играют. Это типа, они тут называются экспертами. Вот. И по идее, вот эти задания, где нужно несколько раз подряд выиграть, эти задания, где противники все время тебя атакуют. То есть тут нужно быть очень аккуратным. Давайте попробуем, как оно сейчас получится. Я опять закрэшен. Чаще всего за него играю. Вот это уже самое сложное. Хотя нет, они друг с другом тоже воюют. Как мы видим, да? Просто я помню, на каких-то уровнях тебя все время атакуют, только тебя постоянно. Видимо, не на всех. Тоже мне эксперт, я сейчас вас всех поимею. Блин, маску взял. Отлично. Вот. Если я проиграю, то все заново 3 раза надо будет выигрывать. Понимаете, да, 3 раза подряд. Тоже, если выйдет время, то я проиграю. Вот эта гиря. Нужно ее взять и передать кому-то другому. Во. Так, вот еще один. Видите, тут сейчас легко получилось. Вот далеко кидает он. Тут как бы плей-офф, да, если проиграешь, то все, пипец. По-моему, еще одного удара я не выдержу. А, выдержал все-таки. Блин. Теперь мне за эти 30 секунд надо его замочить. Не, вряд ли получится. Сука. Бай, сучка, блядь. Потому что я начал спешить, времени уже мало было. Вот это я не люблю, блядь, когда время ограничено. Это меня очень начинает отвлекать. То есть как бы выжить не проблема, а вот выиграть, чтобы время не вышло, это сложно уже. То есть самое сложное тут это то, что время ограничено. Нужно, в принципе, попробовать много дырок сделать, чтобы они упали. Но... знаете... это маленькая вероятность, что кто-то упадет. Если только в яму столкнуть. Во, видите, я его в яму столкнул. Ну все, этому один удар. Так. Главное за время успеть. Вот это самое сложное. Блять, пошел и сразу 2 ящика в меня кинули. Так, опять эти 2 остались. Так. Он его скинул в яму. Так.
Ну что, почти два раза я выиграл. Еще пару ударов по нему. Отлично, даже один. Ну что, еще один раз надо выиграть. То есть как бы, видите, синий крестик самый последний, вот это три раза, а желтый это два раза. То есть если бы я играл на желтый, я бы сейчас уже прошел. Ну а этот опять упал. Смотрите, опять этот первый сдох, и эти двое остались. Видимо, он эксперт в кавычках. Все время подыхает первый. А, опять мы вдвоем остались. Ну тут... Опять главное за время успеть. Блядь. Так. Гирю берем, гирю. А, он сам упал в яму. Вот так. Хотел на него гирю кинуть. Все. Ну все, я даже не знаю, что еще-то делать. Можно попробовать тоже в ящике поиграть. На сложном уровне, но, например, вот здесь. Давайте с пингвином. Пять мы не успеем, давайте три. Я видео по 10 минут, потому что я на фрап спешу. Попробуем сейчас три кубка разыграть. Three, two, one, я вроде на сложном еще тут не играл, да? Или давайте, нет, давайте как сделаем. На этом же уровне, то только опять против экспертов. Так. Так вот, где он находится, я не помню. Нет, это не то. Значит, в предыдущей комнате. В третьей. По-моему, тут. Снежный. Да, вот он. Давайте также против экспертов три раза. Только уже на следующем, на следующее видео.